Утро. Надо гулять с собакой. Туман, морось, холодно. Надо. Как это делаем мы? Одеваемся, страдаем. А, так долго. Но есть методы получше. Дело сделано. Пока я гуляю с собакой, думаю о насущном. Думаю я вот о чем. Чем я буду завтракать? Кажется, придумал. Сейчас я вам это покажу. Мы люди простые. Грибы, картошечка, рыбка. Тоже салатик. Позавтракаем. Про витамины не забываем. Покатилось яблочко. Также везде со мной всегда термос с кофейком. Бонжур. Если смотреть с этой стороны, можно провести аналогию с нашей дачей. Также низ, вверх, одна скатка. Только цена другая. Не знаю, как в других местах, но здесь удивительно, что нам разрешили, ну не только нам, а всем, здесь разрешено приходить со своими животными. Вот, пожалуйста. Хотя вы это уже видели в другом видео. Есть такие аттракционы здесь. Веревочная лестница. Все, понятное дело, для детей, но я бы сам с удовольствием полазил. Сетки. Можно скатываться на канате, как на тарзанке. В общем, можно адреналинчику поймать. Мне особенно нравятся вот эти вот штуки непонятные. Это, наверное, наказание для тех, у кого что-то не получается. В общем, мы нашли непонятную конструкцию. Вроде качели, вроде турник. Сейчас проверим. Единственное, что я мог придумать, что с этим делать, вот. Не знаю, для чего это? Больше я ничего не придумал. Опасно, скользко. Можно улететь. Можно улететь. Лучше я слезу аккуратненько. Здесь вообще царство интересных качель. Вот я сижу, качаюсь. Качаюсь я, тем самым качаю всех. Здесь такой качельный хаос. Такой крепеж непонятный. Не знаю, для детей это или для нас, для взрослых детей. Сейчас покатаешься. Меня развернуло. Это я, вас так раскачиваю, парни. Коляску не улети. Напугал. Из земли торчит непонятная вещь. Не знаю, что это. Пойду дальше. А то подумают, изучают чего-то. Ну вот что нашли еще. Проходила, проходила. Все потому, что кто-то слишком много ест. Так, вот палочки. А ну-ка. Концерт на непонятных музыкальных инструментах. Найдена еще одна непонятная вещь. Вот она. Я человек простой, вижу непонятную вещь, подхожу, узнаю, что это. Какой-то диск на песочке вращается, можно на него залезть.
я, получается, иду, он крутится. Честно говоря, состояние блевотное, что ли. Пардон за мой френч. Так. Кто любит покуролесить ночью, тем круг этот противопоказан. Или у кого вестибулярчик слабый. Так, ладно, сейчас попробуем со стороны показать. Я не пил. Вестибулярочка вроде нормальная. Но, конечно, аттракцион удивительный. Ну тебе нормально, а сюда вообще все плывет. Я в космосе. Закружила? Да. Спрыгивай аккуратно. Нет, я постою, я давно не пью. А тут такое ощущение. Сейчас покажу. Как цирк, ой, этот медведь в цирке. На бочке который. Как в кино так. Хорошо здесь, ребята, но рано или поздно надо уезжать. В общем-то, мы сейчас уже будем собираться, поедем домой. В это место приедет кто-то другой, будет также, может быть, даже записывать видео о своих хорошестях, нехорошестях. Что ему покажет, то и расскажет. А может, не расскажет. А может, здесь будет пьянка-гулянка. А может, тут неделю никого не будет. Ладно, за окном осень, туман, мерзость. Мы туда и поедем. А это прекрасное место останется в вечной хорошей погоде. Не знаю, как по-другому передать масштаб высоты потолка. У меня 1.76 м. Я на такой высоте. Я еще не достаю. Это просто прекрасно. Просто грандиозные объемы. Мне нравится. Если и вам нравится, ставим лайк, пишем комментарий, колокольчик, подписка. А если вы еще отдыхали когда-то в Азимут-отель, или вы владелец Азимут-отеля, пишите комментарии 2. Все, чао. Вот такие браслеты всем выдают. Азимут, отель Переславль. Пожалуйста. Мы уже сдали ключи, сдали браслетики на ресепшене. Все уже, собрались домой. Но мысль нас не отпускала, что за штука торчит из земли непонятная. И мы спросили у персонала, нам ответили. И вот мы к ней подходим, чтобы проверить, как в действительности это работает. Так. Небольшая заминочка. Ну, в общем, вот эта штука. Такой патефон своеобразный. А вон вторая такая штука. Наверное, все уже поняли, для чего. Так, Ладюха, ты говори туда. А я бегу в следующую. Ну, как же, интересно, надо проверить. Говори. Теперь я. Прием, прием, как слышно, конец связи. Класс. Еще раз. Прием, прием. Банжур, банжур. Как меня слышно? Банжур. Отлично. Банжур, слышно отлично. Ну все, чао, какао. Такая древняя корабельная рация. Ну, в общем, все, душа теперь спокойна. Можно ехать домой. Давай, меняемся сторонами. Когда во всем мире отключат электричество, мобильных телефонов не будет, сделают такие трубопроводы, будем в них говорить.
Mm-hmm.